Дайте, дайте, подождите. Не, стой, 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 море пока, море. Ладно, рвём поляну. Смотри, смотри. Они сейчас слишком устали. Марш! Хопа! Да ладно, ладно, Тимур, чё ты, куда ты так побежал быстро? Он срать больше хочет. Смотри, смотри, как дал. Сейчас догоним этого спортсмена. Давай, давай, Андрей! Блять, это волосы, ноги болят. Да, а зачем? Зачем нам еще? Паша, посмотри, время идет. Идет, нет? Это специально такой тактический ход, чтобы сейчас быстро найти пункт. Да, надо остыть чуть-чуть. Ты видишь, стоит, но он не наш по-любому. Блять! Мы не проебали, все четко. Это не он. Нет, понижение. Ну, понижение, да? Хера, смотри как убирает. Что-то слишком быстро начали первый. Даже не успели погулять. Во, нормально собрались все, хорош. Я, получается, второй. Ой, первый на втором. Ой, 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 ой.
Устал что-то уже. Так тебе и сказали. Все молчат, все крысят. Никто не крикнул, что взяли. На всякий случай.
А что у нас так много, пацаны? Давайте это, рассосемся. Это уже походу Лешка. Или мы не добежали. Это же вообще не то место. Полетел. Па. Да мы что-то не там лазим, пацаны. Да. Но мне кажется, мы не там ходим. Я не могу понять, где мы находимся. Такое чувство, что мы гораздо левее ушли, чем надо.
Направо смотрите, вдруг заметите что-нибудь. А там ямка была задняя, смотрели? Нет, нет, там. Нет. Можно той? Я не знаю. Он не наш там. Это не наш. Это вообще наш? Нет. Это уже далеко. Там, скорее всего, будет. Да это не он там не может быть. Догнали, пацаны! Аккуратненько. Красавцы! Он уже убежал давно. Кто? Тимур. Тимур-то сзади, вон. Погоди, а к нам куда бежать-то? А, давай по дороге. Давай. А, нет. Тимура нету, да? Значит, все-таки. Сзади, да?
Видели? Леха взял, да? Леха, Леха, пальнулся. Не наш, не наш. Смотри выше, левее.
Блин, ну сколько вас тут, а? Считай, да, получается, а вот дорога. Ну, надо, блин, налево уходить надо, здесь нет ничего. Можно падать уже. Ого. Взяли уже? Вот так вот нас где-то облапошили. Но они взяли уже. Да-да-да, он сначала встал же. А, нет, не там. Откуда вас столько здесь? Все еще. Я следующий. Так-так. Да. Либо я снимал сзади, а там парни, они вообще от тебя не отходят. Конечно, да. Знаешь, мы с Пашей посмотрим все по сторонам, смотри. Они просто чисто в лоб, ну, с
спину прям. Вообще, короче, мы взяли уже 10-й пункт, бежим. Тут, походу, нам вообще ничего не светит. Ну, да, куча молодых, которые меня выигрывают. Поэтому не знаю, что делать. Вот. Так резво бегут, походу, на финиш уже, да? Нормально. Судя по количеству людей впереди, я так в двадцатке не окажусь. Эй, ты же пункт не взял, сзади пункт. Чел. 44-й. Итак, паровоз прошел впереди меня. Не будем упираться. Андрей, давай! Все, я буду замыкающим на этом паровозе. На финиш. Передо мной такая человек 20 уже прибежала. Ну ладно. Что там, в двадцатке ехать? В двадцатке? Да. Да? Примерно 10-й. А, 10-й, это ж нормально. Нормально. И что, кто выиграл? Прикинь? Чего? Ну, первый. Мы выбежали на финиш. Ты выиграл? Да. Я думал, мы... Я не старался. Он первый, Гуревич второй. Я, знаешь, я от вас убежал. Даниэль.